Друзья, всем огромный привет! Ну что, декабрь продолжается, Новый год у нас приближается. Ну и сегодня у нас будет очень быстрая закуска из селедки. А какой русский не любит селедку, да еще и с лучком. Поэтому сегодня мы приготовим форшмак. Ну если, конечно, какие-то у меня будут неточности в моем рецепте, обязательно в описании поправьте. И сегодня у нас будет не селедка, а филе из селедки. Сейчас начнут в комментариях писать, у нее другой вкус. Ну и что, все равно селедка остается селедкой. Просто я не хочу тратить ваше время, показывая, как ее чистить. Каждый из вас это умеет делать. Ну и свое. То есть у нас сегодня рецепт. Вот вам гости позвонили, мы приезжаем. И вы за 5 минут буквально приготовите этот вкуснейший, ну как назовем, салат или намазку. В нашем случае, наверное, будет намазка. Потому что, опять же, смотрел много рецептов. Форшмак нарезают мелким кубиком. Но это тоже тратит время. У нас сегодня мясорубка. Не теряем время и приступаем. Как я и сказал, сегодня филе, у меня 6 штучек, то есть мы используем по сути 3 селедки. Также нам понадобится 2 зеленых яблока, мягкое сливочное масло, немножко черного перца. Придадим праздничный вид нашему форшмаку с моей любимой копченой паприкой. 3 яичка отварных и 1 луковица. Я ее замочил, чтобы он не был таким злым. Нам осталось почистить только кожуру от зеленых яблок. Все, друзья, яблоки готовы. Еще я не сказал, добавим мы сюда сырок «Дружба». Ну, вот это, наверное, и будет отличием, то, что не идет форшмак. Ну, а почему бы и нет, мы добавим. Включаем мясорубку, 2 минуты, и форшмак готов. Теперь, друзья, нам нужно добавить сюда уксус. В моем случае это винный. Можете яблочный, любой. Полную чайную ложку. Немножко черный молотый перчик. Ну и как я сказал, моя любимая копченая паприка. И все хорошенько вымешиваем. Пока без сливочного масла. Все хорошенько перемешали, и теперь сюда отправляем 100 грамм сливочного масла. И еще раз хорошо вымешиваем. Итак, друзья, все перемешали, и теперь на час отправляем наш форшмак в холодильник, чтобы сливочное масло застыло, и нам удобно было намазывать бутерброды. Итак, друзья, прошел у нас час, форшмак в холодильнике застыл. Пришло время нарезать нам багеты. И мы их сделаем более хрустящими, поджарим их в тостере. И ждем, пока наши багеты станут хрустящими. Пока наши багеты жарятся, нарежем зеленый лучок, чтобы украсить наш форшмак. Друзья, ну скажите, разве на Новый год плохая закуска из селедки? Тем более, как я и сказал, быстрая и простая. У нас времени ушло, ну максимум 15 минут. И пришло время как раз продегустировать. А как хрустит, как хрустит. Короче, я не буду рассказывать, как вам это вкусно. Наверняка многие пробовали. Кто не пробовали, обязательно попробуйте. Селедочку любит каждый русский человек. Поэтому такую закуску нужно приготовить. Новый год уже близко. Поэтому я, конечно, хочу уже поздравить вас с наступающим Новым годом. И до новых встреч. Всем пока, друзья.